Ребята, привет! Спасибо большое, что зашли на канал, заинтересовались микрофоном на поле. Сейчас обязательно вам все покажу, но небольшой анонс. Просто немножечко скажу, что у меня появился новый канал. Он совершенно не футбольный. И там вышла школьная анкета со снейл-киком. Люди, не похуй, женщина, мужчина, собака, я не знаю, панин. Извините за слово бабы, но тем не менее. Жирный, блядь, это ленивый, как правило. Это же очевидно не очень выглядит. Это пахнет. Блядь. Я на эту хуйню смотреть не хочу. Это что, вот это заслуживает того, чтобы желать мне рака, блядь, и ненавидеть меня? Ну, во-первых, начнем с того, что... А хули нет? Где мы живем? Чё за хуйня, блядь? Идите нахуй, короче. Если вам интересно, то обязательно переходите по ссылке внизу в описании. Я очень буду рад вас там видеть и надеюсь, вам понравится. Все, ссылка внизу в описании. Всем приятного просмотра. Все, парни, давай! Давай! Бля, мы точно в футбол идем играть, а не типа пиздиться, там какая-нибудь такая хуйня. Как ты об этом думаешь, ты заебал? Да не, ну в смысле, я думаю, давай подеремся, брат, давай на 90 минуте, просто раз на раз выскакивай. Бля, охуеть. Бля, это моя любимая рифма, кстати. Клен-силен. Ой, хорошая сегодня обстановочка, пиздец. Сейчас зайдем. Давай, сделай, брат. Давай. Надо первый, слышишь, минут 10 без замен. Так, микрофон со скамейки. Ой, здрасте, здрасте, здрасте. Я посижу. Первые минуты без прессинга играем, вторым номер на своей встречаем. Если что, пацаны, на меня смотрят, если я кричу, пошли, то мы линия полузащиты все поджимаем. Пацаны, они сейчас атаку начинают. Да. Сначала без пресса, пацаны, играем два опорника, не убегайте сильно. Бля, три года ждали этого момента. You know? Бля, ебать, так трясутся ты ножки реально нахуй. Я теперь понимаю, мужик, когда вот футболист выходит на первый, знаешь, матч на большой стадион, и какое-то волнение, там какая ответственность, это вообще пизда. Ну а пока самый главный матч столетия начался, то в Европе скоро начнутся не такие важные, но тоже интересные матчи. Например, Реал Мадрид-Севилья. Ты, естественно, можешь перейти по ссылке в закрепленном комментарии к нашим друзьям OneX и увеличить интерес. Бля, аккуратнее, Олег. Эй! Ну не, ну это, ну, опасная хуйня. Ну это вообще прям откровенный удар именно по ногам сзади, блядь. Это больше на лоу-кик было похоже. Ну похуй, мы на это не реагируем. Остановись! Стой, стой, стой! Казалось бы, простой мяч, да, да? Домой, ёпта, что такое? Домой, типа, ёпта. Домой, ёпта, что такое? Хорошо! Да, блядь! Я Хорош, пробил, молодец! Блин. Обидный гол лучше. На, необязательный. Иди, жми! Вообще так по ощущениям, конечно, за тот рот больше как будто пришло. Да, у меня тоже есть такие ощущения. Аккуратно! Аккуратно! Извинись! Я один раз предупреждаю, будет желтая следующая! Извинись, нахуй ты летишь, он сам, блядь, сейчас. Да ты свалил, нахуя. Нам просто главное не реагировать. Вот, кстати, сейчас что-то пошел нервяк. До этого вот башка реально была пустая, ничем не загружена, а вот сейчас... Пошло-поехало. Ебать, пинг-понг, хуярим. Хорош. Центр! Гера! Гера лево! Да, давай! Ну, блядь, идите, ёб ваш рот! Да, блядь, это пенка, нахуя? Нахуя, блядь? Пенальт! Да! Да! Хорош! Да была пенка. Нет,
Сейчас к Некиту бежим. Давай, а давай. А он на поле где-то вроде. Давай, а давай похуй побежим, побежим. Давай. Бля, пацаны сами себе привезли. Да! Хорош! Ес! Хороший, блядь! Домой, ёпта! Ес, хорош, умница, Эл! Умница, брат! Давай, давай, эй, парни! Кстати, он сейчас забил пенальти и выиграл конкурс, у кого самые стальные яйца в этой команде, блядь. Бля, ебать, у меня просто лег рвет! Бля, что за гетер у ебанского Адидаса, я ебу нахуй. Не, ну микрофон на скамейке, это уже реально не шутки, типа, это по факту. Посидим, что? Поболтаем, как вы тут? В целом аудитория, может быть, этого и хотела. Я у чужого фольга вместо мировщины. Чужого где на рынке взяли? Формяшка отклеивается уже. Бля, Некит вышел просто ломать, блядь. Ну, мне просто, знаешь, он пробежал тогда мимо нас, типа, домой, ёпта. Я к нему бегу, подбегаю, такой, домой, ёпта. А он идет просто вот так, понял, блядь. Как это, идущий к реке, типа. Меня эта хуйня остоебенила, типа. Че мне твои тачки, машины, блядь, деньги, бабы? Садись. Да рев в меня въехал. Бля, рев в спину толкнул. Ты, Саш, подскажи ему, он и то видит, блядь. Ой-ой-ой. 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 Не-не-не-не-не-не-не. Not on my watch. Бей, Сань. Бей. Фали, фали. Конечно, так смотришь на Эда, он вообще не создает о себе впечатление типа, которого ты с места не можешь сдвинуть. В отличие, например, от Гуди. А по факту, бля, в него въебываются три типа подряд, и он такой просто. Одного левой ягодицей, другого правой ягодицей. Да нормально, бля, только разбегался, эти, сука, замена, они пиздец сейчас задрочат. Тяжело было? Да нет, сейчас уже в начале, ну, первую минуту, да, бля, задышал, а так. Сейчас вообще заебись, уже не устал. Самое хуёвое, когда так играешь, бля, вот ты только сейчас вышел, разогрелся. Все, охуяк опять сел, бля, сидишь тут. Лучше сыграть, бля, всем по тайму, бля, мне кажется. Хорош! Ну! Ну! Да! Умницы, суки, умницы, блядь! Хорош, блядь! Молодцы! Умница, блядь! Какой ты, сука, оверлевел, блядь! Молодцы, брат! Давай, давай, все правильно, парни, все правильно! Блядь, ну там каву проливали, то даже нахуй не хочется такого. Даже, блядь, не верится. А стоп, погоди! А кто забил? Егоров, все сходится. Я раз побежал, типа, обниматься с ребятами. О, Янис, блядь. Это, слышь, наш сектор, блядь, этих отборушки, блядь. Так, сейчас, секундочку. Просто хочу вспомнить, как мяч выглядит. Ой, блядь. Да, реально неплохо. Блядь, вот нахуя мы сверим сейчас. Бля, у нас есть проблема, что в такие моменты, когда мы пропускаем гол, мы всегда, ну, как сказать, типа они уже привыкли к этой хуйне. У нас, как вот на МКС даже, если вспомнить, мы гол пропускаем, и все, мы теряемся, пацаны. Ебать! Да! Беги! Сука! Беги! Сука! Сука! Беги, сука, беги! Бля, мужик, изначально делали как бы, пускали Женька, типа, вначале как капитан. Потом вместо него сразу выходит Кутуз, Ярошка вам ниже садится, вы играете. Зачем? А Некит в итоге сам вышел вместо Женька, блядь, и Кутуза поменял тебя, блядь. И в итоге нас нахуй разруха. Да! О, это я! Коля поднаелся чуть-чуть. Ага. Сейчас, потом, после этого. Yes, босс. Пичуню. Вместо Лоськова. Да какого Лоськова? Вместо Ярошева он выходит. Нет, брат, лосось нет, только вы... вышел, лосось нормально, доверься мне. Он блядь, маленький вышел. Будет, ну типа маленький. Да все нормально, у них вообще ростов нету никого, блядь. У них один Блатов большой, хулячковат. Да не вместо Хула. Вместо Ярошева не надо. Бля, так Ярош наелся, он сам сказал, блядь, только что. Давай, последние две минуты. Беги, убей кого-нибудь. Бля, реально две, что ли? Да, ну, да. Там примерно так. Так что? Я хочу, чтобы ты устроил ад на поле. Уничтожь там всех, Форзыч. Форзыч, выходи за эти две минуты. У тебя есть две минуты, чтобы перевернуть игру.
Не против, не? Да я дай спину покатаю. Коля, Коля, так, Коля! Уже, Коля, уже Коля, можно? Деле. Коля, братишка, ну лучший! Пацаны, за вас! Потому что они, блядь, тренируются, а нас люди на тренировке ходят, блядь, еблом торгуют. Нас что, блядь? У нас кто-то ходил на тренировки, у нас, блядь, один, второй, третий. Я выйду, сделаю на игре, выйди, ёпта, сделай. Когда мы играли против них, когда они пьяные, бля, были, самый первый матч, конечно, блядь, там сделали от них, отбегали, блядь. Сейчас они усилились, уже, блядь, хуй ты так сделаешь, блядь. Они через центр очень много. Мы вообще через центр. Да. Бля, первые минуты вообще вышел, я ебал нахуй ноги на трясучки, блядь, на такой. Пока вот пару... Наоборот, сначала спокойно, а потом чуть-чуть. Пока, я пока мяч не потрогал несколько раз, ну, уверенно, блядь. Вообще пизда, блядь. У нас все равно нет понимания нихуя вообще. Ну, гол! Бля, какие у тебя белые зубы? Я в ахуе. Какой у вас злой центральный защитник. Знаю, судья, он Каловский хули. Да? Бля, а, я смотрю, он в форме, блядь, прошлого сезона. Спасибо, гайз. Спасибо. Супер. Да, нормально, парни, спасибо. Ты выжил максимум из всех своих побед. Без вашей поддержки я бы не справился. Да ноги опять холодные, блядь. Ну ты как хотел? Я только разогрелся, разбегался, сейчас опять нахуй, понял? Пизда ногам. Бра, мне твои сказали, что ты не дорабатываешь, что за хуйня? Че? Твои сказали, ты не дорабатываешь, что за фигня? Я пришел тебе дать этих люлей, они что-то не захотели к тебе подходить. О, Эрик Яно! Будешь бегать быстрее меня, я обижусь. Че, у тебя встал уже? Встал, не было? Ну, такой охуенный. Бля, пиздец, при таких трибунах хуй подсказ, кому докричишься, бля. Добро пожаловать. Есть! Есть! Эл! Вот так вот буду все время делать, если выпускать меня будете! Нет, нет, я клянусь, вообще ничего не сделал! Бля! Ну это, ну почему, брат? Фо, фо! Бля, опять чужой наступил! Какой же ты, блядь, уебок, нахуй, реально! Жив? Иди, Игорь! Один! Ты один! Иди, 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 иди! Гера! Гера! Ой, блядь, 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 блядь! Есть центр, быстрее! Да нет, он даже не коснулся! Даже не коснулся головы, пацаны, ну блядь! Ну ты же видел, он не коснулся головы! Да уйди с поля! Да уйди, Олег, что ты делаешь? Ты что, Олег? Аккуратнее, блядь! Блядь, аккуратнее, блядь! Сейчас забьем, сейчас забьем, давай! Время, время! Ой-ой-ой, блядь! Давай драться, а давай драться! Бля, вот нахуй бежать с этой скамейки, ёбаный! Да, да, да. Бля, какой ты охуенный, бро, вообще молюсь на твою игру. Такой ганс. Окей. Ну я походил туда-сюда. Я? Нахуя? Нахуя менять-то, блядь? Нахуя менять? В смысле, нахуя? Я даже мяча ни разу не коснулся, ну, ебать. Ну, 10-15 минут. Обстановка накалена очень сильно. И из-за того, что она накалена, типа каждая ситуация на поле, она через призму, ну... Через лунную призму! Ну, типа, через призму какого-то конфликта или там, знаешь, что специально хотели сделать больно. Левый дай! Давай, сука, давай! Ну, ну! Да пизда вообще, блядь, я в ахуе. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Бля, игры вообще нету, просто, бля.
Зато на тренировке зачем ходить? Мы, блядь, сделаем на игре. Что-то краб, блядь, сделал на игре, вот скажи нахуй. Мне кажется, нихуя не сделал. Рука, блядь! Да! Пошли нахуй! Ебать! Оба гола прям из вратарской, как будто. Пошли, пошли, блядь! А это Кутуз, блядь, Кутуз! Бля, Леня. Сядь, брат, на жопу сядь. Бля, я не могу. Надо, на жопу сядь. Вот так сиди, вот так сиди. Все, вот сзади. Все, вот сзади. Дай поюхать, есть наш? Есть наш? У кого? У какого? Покажи пальцы. Видишь, еще. Что случилось? Дайте на шатырь, на шатырь. А что случилось? Ну, ему по затылку прилетел, он блюет. Кто? Эльхан. Есть? Эльхан. Тихо. Умничка, Федя, умничка. Очень опасно. Блядь. А если кунуть? А ну гол. Вот так вот, блядь, вот так вот, так вот. Ух, ебать. Ой, да, да, пожалуйста, бей, 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 блядь. Бля, я говорю, крапу надо поменять, пацаны, ну, блядь. Блядь, нахуй, нахуй, некит. Не надо, нет! Я говорю, надо крапа поменять, мне лосось нравится, у него, блядь, мозг лучше, чем у крапа, нахуй. Они два пиздюка, какая разница, кто из них играет, блядь. Крапа же, пиздец, заигрывается. Найс! Блядь, 10 минут, ребята, это дохуя, можно сделать, блядь, 5 голов. Голеадор Амкала. Подписывайтесь на мои платные курсы по ссылке в описании. А? Нужна твоя пушка сдалека. Да, блядь, мне дайте мяч, нахуй, мужик, я ни разу мяч не принял, нормально. Хотя бы вот так, чтобы я оказался с мячом, ебай. Выруби. Нахуй надо. Да как, я не знаю, как это вырубить. Давай выдернем его нахуй. Дай сюда. Просто подойди сказать пока. Давай отойду, мужик. Блядь. Блядь, иди скажи, что вырубай нахуй. Там, блядь, плат нахуй еще лежит. Да, сними его нахуй. Пожалуйста, ну беги, ну атакуй! Коля! Ну, Коля, ну атакуй, блядь! Ну почему, блядь? Почему он там стоит? Ну почему он не бежит, блядь, в зону? Ну атакующий игрок, зачем он на подыгрыш, если он нужен? Блядь, я не хочу, похуй, вот этому не безразлично. Ну почему? А кто, блядь? Стоят нахуй! Кого ты хочешь? Давай мне Степу выходи. Да погоди, не готов, ебать, ты что? Сейчас. Поуже. Давай. Делай! Оставь, блядь! Кутуз, блядь! Пиздец! А это чё, блядь? Да чё опять такое, блядь, играйте? Ай, ну я погнал. Ну жёлтый, короче. Я пришел. Две руки, блядь. Я пришел, что происходит? Так, блядь. Слышно, нельзя толкаться. А? Нельзя толкаться. В смысле? Ну вот ему, Данте, нельзя толкаться. А, это нет, так он не прав, я же не... Забылся. Ты ко мне подходишь так, как будто не, я блин, выгораживаю ситуацию. Всех. Ну по факту он сделал хуйню, согласись? Ну да. Типа, ну, то, там было нарушение правил, этот спылил. Господи, камон. Влад, ты так на рывке, ёб туда не бежал, как сюда хуярил. Бля, чувак подлетает в спину, ну нахуй. Ну бля, он так же делает, это у них
Это ему бумеранг хуярится. Мне понравилось, как я такой, ну все, я погнал. И там все закончилось. Классический махач в Питере. Все? Да ну нахуй. Что вы делать будете? Знаете, по одному, вратарь. Договорники, блядь. Сука, опять? Естественно. Мы с вами, блядь, поди договорись, ёпта. Чисто сразу бежите. Я пиздец, я вообще не устал, блядь. Я тихо, я не знаю. Иваныч, ты бьёшь? Я? Скажи, что нет. Блядь, ну конечно нет, что, ебанутый, что ли? Ну спасибо за веру, блядь, ты заебал меня уже, если честно. Что бы, блядь, мы ни делали, ты всегда меня хуй. Ярославль, я в тебя очень верил. Ну, блядь. Спокойно, блядь, если ты волнуешься, скажи себе перед пенкой, я счастлив. Все, братан, уйдет волнение. Ты не волнуешься, ты счастливый, блядь, в моменте. Давай! Давай! Пойдем, блядь! Давай, спешить не будем, чтобы их не ждать. На опыте постоим. А, да? Да! На опыте! Они пойдут? Все, они разошлись, типа мы такие тоже, давай. За себя и за Элла! Что за мясо нас? Бля, белка это такой, знаешь, вратарь Андрюша со двора, блядь. Форма висит. Блядь, Санек, нахуя? Да в смысле, нахуя? Блядь, ты заебал, да поддержи ты его в какой-то веке, нахуй! Он волнуется, идет чеканит, чтобы мяч почувствовать. Санек, нахуя, блядь? Все, скажи, смотри. Саня, забей, блядь! Вот это скажи ему! Саня, забей! Ну? Саня, забей! Да! Хороший! Давай, Чуж! Умница, Чужа, умница. Ты хорошо идешь. Чужа не любит в команде. Конечно. Да и в нашей не особо. Ебать! Эй, 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 эй! Эй, эй! Не надо этой хуйни! Не надо! Не надо! Не надо! Лазер в жопу себе засунь. Лазер в жопу, Иван, нормально. Хорош! Умница! Ой, ебать, Конор, нахуй! Ебать, ты чё? Угадал. Хорош. Нормально. НТ. НТ. Тут не берет. Да. Хорош! Блядь, чисто на уверенности. А он там был не был готов даже к этому удару. Он уже побежал. На нахуй, нюхай. Блядь, я... Блядь, Федот! Блядь, моя рука, блядь. Борьба! Блять, у меня пресс заболел. Камон! Фу, Данте хочет, блять, какую-то забить и гадость сделать. Красную карточку показать. Прикинь, просто бежит ее такой. Хорошо. А что вы радуетесь раньше времени? Погодите, еще не все. Блядь, что вы? Парни, вы считать не умеете, парни! Никитос, пойдем. Еще не все. Пошли. Забей. А что, у него девушка беременна? У него девушка беременна, походу. Блять! Некит больше всех выебывать! Прошил. Хорош, Витька, хорош. Ну, блять, тут вся надежда на Женю. Пацаны, это Голливуд! Это просто Голливуд! Охуеть!
Спокойно! Спокойно! Я не должен был бить. Мне никто не сказал. Какая? Нахуя нужна российская премьер-лига, блядь? Если здесь такие страсти. Пиздец. Да! Ебать! Гера! Блять, Тёмыч! Ой! Давай! Блять, 0 минут сыграно! Один гол забит, блять. Подожди, блядь. Да сейчас, ты чё? Не-не-не-не. Эту машину не сломать. Да! Yes! 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 Блять! Какой лучший! Блять! Сука! Давай! Во! Все. Промокод «Ничай» всегда тебе поможет, если ты новичок. Бля, ну это залупа ебаная. Бля, надо было идти бить, сука. Надо было идти бить, бля, чё я очканул, сука. Мужики, ну это была, это ебать заруба. Вот честно, ради этого, блядь, надо делать такие движухи, ради таких игр. Пацаны, бля, спасибо. Мужик, ну согласись, что это стоило это этих эмоций. Это охуенно. Вне зависимости от любого результата. Нахуй ты пенки, ебаный цирк, бля. Мне с вами биться в один кайф. Бля, сука, ну почему, бля, так? Ну что, Богдыч, спасибо тебе большое за микрофон. Да, не за что. Это был Богдан, если что, ссылка внизу в описании. Спасибо за игру, спасибо, что подготовил бойцов. Было очень приятно. Да, пиздец. А вот пенальти мы не тренировали, ебать. Так, вот. Блядь, мы тренируем их каждый день, считай, манежи Спартака. Вот я тоже так подумал. Ну, конечно. Блядь. А пацаны вечно забили. Мужик, честно, я в ахуе. Ну, тот уровень футбола, который ты показываешь, блядь, спасибо. На ближайшие 90 минут, блядь, это честно, просто низкий тебе поклон, мужик, без шуток. Все, спасибо тебе. Успехов тебе, мужик, и здоровья. Ярс, брат, хороший мужик. Спасибо. Красава. Еще увидимся обязательно. Надеюсь, брат, надеюсь. Вперед, блядь! Денис Иванович, поздравляю. Спасибо. Мужчина. Мужчина, Денис Иванович, мужчина. А вы нервничали. Сейчас хоть выдохнул, блядь. Да не, вы нервничали, я лично охуел просто. Сфоткать? Давай, на фоне. Сейчас. Посмотри, это прям кенты мои с Твича, поэтому. Вот они. Твич гейнг! Микрофон на поле, канал Ничай, Артемий For The Resort, спасибо тебе большое, Крикун. Ты такой добрый был, блядь, ты такой Крикун там вообще. Ну, блин, ну а елки-палки, эмоции, блин, переполняют, блин. Ссылки внизу в описании, Twitch, Instagram, Open Space, там как это, где? OnlyFans! OnlyFans, вот это все. Все в описании, обязательно переходите, этот человек вас очень любит, телеграм у него очень живой. А я так рад, что ты забил, бля, это пенальти, мужик. Да я сам не сомневался. Я понял, что надо заканчивать эту серию пенальти. Ты не просто так у хула вот это взял, поэтому...